Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня готовим мясной рулет для праздничного стола. Рецепт под видео, а я начинаю готовить. Для этого рулета подходит любой фарш. Вы можете взять на свое усмотрение. У меня свиной домашний. К фаршу добавляю мелко порезанную зелень, пару зубчиков чеснока, обязательно соль и перец по вкусу. И, конечно, приправы. Добавьте, какие любите. У меня это тимьян, базилик и сушеная паприка. Добавляю немного молока и хорошо перемешиваю фарш. Друзья, будем рады вашей подписке, лайкам и комментариям. Пока фарш пропитывается приправами, я нарезаю полукольцами лук и шампиньоны. Добавляю немного масла и обжариваю. К поджаренным грибочкам я добавляю свежий чеснок, соль, перец и орегано. Фарш будем заворачивать в копченый бекон. Внешний вид у рулета получится очень красивый и оригинальный. На фольгу выкладываю кусочки тонко порезанного копченого бекона. Бекон выкладываю нахлёст, перекрывая край примерно на 1 см. По длине получается примерно 40 сантиметров, как раз подходит по размеру для стандартного противня. Теперь фарш распределяю ровным слоем по бекону, оставляя по краям свободными пару сантиметров. Сверху на фарш немного сыра и грибную начинку. Если вы не любите грибы, вы можете сделать начинку по своему вкусу. Подходят любые овощи, сухофрукты или ветчина. Теперь аккуратно заворачиваю рулет и обязательно придавливаю, чтобы рулет уплотнился и не разваливался при запекании. Шов обязательно остается внизу, а бока аккуратно закрываю свободным беконом. Рулет заворачиваю в фольгу, делаю это в два слоя, чтобы сок не вытекал и рулет держал форму. Теперь отправляю рулет запекаться в разогретую духовку. Температура 180 градусов, минут на 45. Рулет пропекся. Фольгу открываю и, чтобы бекон красиво подрумянился, отправлю его в духовку минут на 10-15, а температуру увеличиваю до 200 градусов. Рулет для праздничного ужина готов. Румяный, ароматный и сочный. Можно подавать как горячее блюдо или остудить и подать как закуску. Друзья, с наступающими вас праздниками! Тепла и уюта вашему дому! Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита!